Всем привет, это канал фаркопа161.ру. Сегодня установка тягового сцепного устройства на автомобиль Mitsubishi Pajero 4. Автомобиль 2013 года выпуска. Устанавливать будем фаркоп производства Лидер Плюс и подключать универсальную электропроводку. Распаковываем тягосцепное устройство. Такого плана шар будет хромированный. Раскладываем весь крепеж, кронштейны и электрику. Для того, чтобы установить тягосцепное устройство на Pajero 4, необходимо открутить буксировочную проушину. Для этого нужно будет сначала очистить болтовые соединения, а затем все это открутить. Короче, с помощью карданчика откручиваем вот этот болт. Ну, вот эти просто открутить. Есть еще один заглушитель, подключаем этот болт. Здесь вот тоже самое. Один. Тем болтом надо будет поковыряться. Откручиваем на кривом крючке. Потом надо будет открутить еще кондиционер, чтобы чуть-чуть в сторону сместился и болт вышел.